и смелой принцессе Индии. А той, что отправилась в Вавилон, чтобы покарать злого визиря, причинившего ей немало бед. Ну вот опять. Как во имя неба тебе удалось прожить так долго? Удачи, незнакомец. Забыла прошлое. Потому что его и не было. Сам знаешь, нет песка времени, нет назад. Ты получил визиря, но потерял девчонку. Ничего страшного, от нее не хлопоты. Или ты забыл? Может, несколько стрел освежат твою память? Мы должны ее догнать. Пожалуй. Хотя подозреваю, что нам от этой девушки нужны совершенно разные вещи. Yeah.
Продолжить историю с этого места? У тебя еще остались к ней чувства, признайся. Вместе с Фарой мы прошли через многое. Может, она этого и не помнит, но я не забуду никогда. Я отобрал его у визиря. Этот предатель! Он убил моего отца, поработил мой народ, пленил меня! И все ради того, чтобы стать каким-то башком. Я слишком хорошо знаю, на что он способен. Но я найду его и покараю за то, что он сделал с моим царством. Ты сын Шарамана? Принц Персии? А ты дочка Махараджи. Мы преследуем одни и те же цели. Может быть, нам надо объединиться? Может быть. Если ты сможешь за мной гнаться. Мне начинают надоедать ее проверки. Такая уж она есть. Уверяю тебя, она ценный союзник. Я рад, что ты здесь. Только не заставляй меня жалеть об этом. Пойдем, мы отыщем визирь.